Музее Победы открыта выставка «Шоа Холокост. Как человек мог сотворить такое?». Выставка создана Музеем Победы совместно с Израильским национальным мемориалом «Катастрофы и героизма Яд Вашем» при поддержке посольства государства Израиль в Российской Федерации. Выставка рассказывает о самой страшной странице Второй мировой войны, о геноциде еврейского народа. Холокост. Эта тема несет в себе еще очень много вопросов. Полное, тотальное, беспрецедентное уничтожение целой нации. Политика, проводимая нацистской Германией, с целью уничтожить целый народ, с целью отнять у человека самое священное его право – право на жизнь. На выставке представлены уникальные документы, фотографии и предметы, которые рассказывают об этом страшном времени. Также на выставке вы сможете ознакомиться с графическими работами художника Геннадия Доброва из цикла «Листы скорби». Приходите на выставку «Шоа Холокост», чтобы знать, чтобы помнить, чтобы никогда такое не повторилось.